общем-то, на что хочу обратить внимание. Спустя 2 года, после того, как делал последнюю крутку, я начинаю разрабатывать ее с маленького-маленького бордюра, который, ну, собственно, можно и без крутки свободно заехать, но это не важно. Тут сам факт, что все постепенно. Хочу просто обратить внимание, что иногда приходят ребята и такие говорят: ну, короче, Стасян, мы научились крутить педали, а теперь хотим прыгать дабл, как ты. К сожалению, такого не бывает. Надо все нарабатывать и все постепенно. Вот, так к чему я это? Вы, когда катаете, ну, хотите научиться какому-то экстремальному виду спорта, вы учитываете, что в обычной жизни мышцы, которые активно работают в этом виде спорта, в особенности, вот, например, МТБ, триал, там, стрит, все дела, в обычной жизни они не работают. И считайте, что вы работаете с атрофированными мышцами. То есть, как с ними работать, как их реабилитировать, постепенно восстанавливать. Постепенно, плавно, с маленьких бордюрщиков нарабатывать и нарабатывать. Вот как бы и вся техника.